Чорноморська партія Сергія Ківалова неодноразово надавала підтримку багатьом благодійним фондам. Однією з таких ініціатив стала організація благодійних обідів на 16-й станції Великого фонтану біля Успенського чоловічого монастиря. Крім їжі, волонтери забезпечують одеситів необхідним одягом, предметами гігієни і медикаментами. Протягом 2 років щонеділю о 12-й годині дня представник Української морської партії Ірина Жуковська допомагає тим, хто цього потребує. Активістка більш відома під псевдонімом у соціальних мережах як Кіра Кокс. Очень хочется сделать вот такие вот обеды не только в Киевском районе, но и в моем родном Приморском районе. И очень хочется, чтобы на самом деле этих обедов и не было. Да, как бы мы этим занимаемся не как предвыборная акция. Мы этими обедами занимаемся просто потому, что мы хотим помочь тем, кто действительно в этом нуждается. В первую очередь очень хочется, чтобы люди, которые нуждаются в таком элементарном, как еда и одежда, никогда в этом не нуждались. Люди не от хорошей жизни приходят к такой ситуации. Очень хочется, чтобы бабушки и дедушки не собирали копейки со своей пенсии. Украинская морская партия – это партия, с которой я сотрудничаю уже на протяжении нескольких лет. Об 11-й годині дня у монастиря збирається черга, яка очікує волонтерів. Своїх героїв тут знають в обличчя. Кожен з них прийшов не тільки отримати необхідну допомогу, а й висловити свою подяку. Я училась в академии Сергея Васильевича Кивалова. Вот. С Ириной Жуковской знакома давно, и она мне всегда рассказывала о своей деятельности, всегда я восхищалась, помогала, чем могла, но на расстоянии. А сейчас, в последнее время, нравится принимать в этом участие, непосредственно контактировать с людьми, которым нужна помощь, вот. Слышать все их просьбы, желания и осуществлять их маленькие мечты, которые, в принципе, не так сложно осуществить. Желающие люди, которые хотят помочь, они привозят либо одежду, либо продукты. Ну, сегодня нормальное количество людей, обычно их очень много, у каждого своя история, очень печальная, к сожалению, и мы выслушиваем эти истории, постоянно добавляется большое количество людей, мы выслушиваем эти истории, пытаемся по максимуму помочь этим людям. Більше 1000 небайдужих вже приєдналися до благодійних ініціатив у якості волонтерів. Програма Української морської партії враховує інтереси всіх категорій громадян. Це лише одна з багатьох соціальних програм, яку запроваджує та підтримує політична сила та її лідер Сергій Ківалов.